Летающие кровли, крыши и выбитые стекла в многоквартирных домах. Магадан оказался во власти циклона. Порывы ветра за последние сутки достигали 27 метров в секунду. В связи с этим в малом зале мэрии Магадана провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Городские власти и сотрудники ведомств организовали превентивные мероприятия по снижению риска дальнейшего возникновения ЧС. Мэр областного центра Юрий Гришан отметил, что муниципалитет готов оперативно возместить ущерб пострадавшим от циклона. Мы обеспокоены тем, что произошло, что мы готовы распечатать наш резервный фонд. Создана комиссия по оценке ущерба. И бригада ЭВР работает. Поэтому это беспокойство, волна, которая идет сейчас в социальных сетях, она имеет место быть, потому что никто не знает, когда это все закончится и какой еще ущерб будет нанесен. Но мне сказал Александр Валентинович, что три рыбака поехали рыбу ловить, да? Пять уже, да? Нет. Безумству храбрых поем мы песню. На девять утра было три. Потом создательные считали более 10 машин. Ну что, их надо выдергивать за уши, что ли? Нам их уже не видно. По словам градоначальника, все службы находятся в режиме повышенной готовности. Сформированы резервные аварийные бригады на случай повреждения коммунальных сетей. Также в школах города с 1 по 8 классы организовали свободное посещение. Сам родитель определяет, вести ребенка в школу или нет. Если он не может его сопроводить и встретить из школы, он должен остаться дома. Если он может сопроводить или хочет сопроводить и потом встретить из школы, значит, он это делает. Вся еда приготовлена в школах. Теперь у нас в школах 12 тысяч детей, но, грубо говоря, по тысяче в параллели, ну, тысячу первоклассников, это 8 тысяч детей не посещает сегодня школу. Также обсудили возможные обрывы линий электропередач. Пока, уверяют эксперты, в Магадане нет ни одного района, который бы отключили из-за риска короткого замыкания. Однако есть частный сектор, где электричества временно нет. А еще на заседании поговорили об изменении погодных условий. На 11 февраля в городе Магадане ночью временами небольшой снег, днем без осадка, ветер северо-восточный, ночью 17-22, днем 9-14 с метелью. Температура ночью 4-6, днем 24 градусов мороза. На 12-е без осадка, ветер северо-восточный 8-13, температура ночью 10-12, днем 7-9 мороза. И на 13 февраля без осадка, ветер северо-восточный 7-12, температура ночью 14-16, днем 10-12 мороза. Кроме того, специалисты проработали вопрос уборки разнесенного по улицам мусора. Эксперты предупреждают, и пешеходам, и водителям стоит быть осторожными при передвижении, а при возможности лучше оставаться дома.